это дерево папайя. Такое невысокое дерево, но на нем много плодов. Пустой лес. И здесь у нас небольшая стоянка, остановка. Можно пить соки воды. Вот. Наша вся группа собралась. Туристы. Остановки. Марка Либри. Да. Так, нет. А что, не больно кусают? Ну, не клюв хороший. У них каменные прямо. Восхитительная природа. Закусочных. Здесь останавливаются транзитные туристы на автобусах, которые едут. Okay.
водопадом. Это горные реки. Шумные. Горные. Походим с той стороны. А здесь можно в этом естественном водоеме, как в бассейне, плавать. Вот. Водопад. Или ничего. Водопад Эль-Ничо. Высоко в горах. Окруженный высокими деревьями, лесами. Здесь есть пальмы. И там вершины, покрытые лесами. Да, промыла себе такие русла камня. Удивительно просто. Завораживающее зрелище. Сегодня знакомимся с соком из маринда. Вот, вкус похожий на сливу, растет тамариндовое дерево, наверное, в горах. Интересно. Дождь, как всегда, пришел неожиданно, и он уже порядком надоел и не радует. Дождь зимой на Кубе уже не освежает, а холодит. Вот он как прикусился по крыше, стекает по листьям очень большой струей. Thank you.